Great Review представляет Conspirit. Новый изометрический экшен про Вторую мировую войну. И мы в него будем играть. Это Great Review, это летний вайб. Ну что, поехали, новые игрульки, а мы их любим. Так, зачем колбаситься? Вот. Обучение. Самый легкий уровень сложности. Ну, пускай будет новобранец. Окей. Сильно, чтобы не делать из игры Dark Souls. Так, неограниченное сохранение. Отлично, пускай все будет. Отлично, погнали. Вторая мировая война. Вообще война — это всегда плохо и страшно. Так. Catchpoint Studios представляет. Хорошо. Отлично. Игра от Джордана Мочи? Музыкальное сопровождение Сони и Густи. Так, хорошо. В игре будет жестокость, поэтому аккуратней. Просим беременных женщин и слабо нервных людей с психикой нездоровой удалиться с голубого экрана. 12 июля 1916 год. Великая война бушует уже почти 2 года. Так, а на геймпаде можно будет не играть? Да можно, конечно, что я... Но бой были отправлены уже миллионы мужей, отцов и сыновей. За ними последуют и другие. Да, это серьезно. С конца февраля немецкая армия наносит артиллерийские удары по Вердену. Их план полностью обескровить Францию. Да, кровопролитная война. Игра доступна в Стиме, глава первая. Оспариваемая баррикада. Интересное название. Интересно. Так. Июля 1916 год. Дорогая маменька, надеюсь, вам уже лучше. Прошло уже около 10 недель, как нас разместили в Вердене. Какое облегчение, что я наконец могу написать вам ответ. Маму на вы называет. Это достойно. Достойно называться сыном. Уважение к матери. Это очень-очень важно. Я знаю, что вы переживали о Пьере. И мне надо сообщить, что он полностью поправился после отравления газами. Сейчас он воюет в форте Сувель. Что же до меня, то я все еще прозябаю в своем жалком опорном окопе в нескольких сотнях метров ниже по склону. Так, окей. Вот видите, до сих пор выходит игра про Вторую мировую. Ну, это никогда не забыто, никогда мир не забудет про вторую, про первую. Про первую уже, конечно, не так очень сильно, но вот про вторую. Это тяжелая травма. Очень сеттинг мне нравится здесь. Вот именно сеттинг я вот люблю, когда оригинальное. Что-то такое, что вот еще такого не было.
Ну что, инди-проекты выходят короткими. Вот, собственно говоря, наш персонаж. Так, F проверить. Какой там мусор? Здесь ничего интересного. Можно F, можно просто нажимать на мышку. Ходить мы можем... Да, кнопками. Стандартными. Так, ой, а где же геймпад? Где это валяется? Ну я уверен, друзья мои, что на геймпаде я в темноте его не найду. Я уверен, что на геймпаде можно будет в него тоже поиграть. В эту игру. F войти. Да, можно не обязательно F. Хлама мишей. Мышкой нажимаешь и все. Так. Некоторые двери были заперты, чтобы рейдов. Окей, нужен ключ. Нужен ключ. Общая столовая. Так, сейчас давай сюда. Ой, война идет. Все опасно и страшно. Меню паузы. Зачем? А зачем? Все ящики пусты. Без пипа. А, можно сюда еще войти? Подожди. Давай я тут все облажу. Подожди, а карта тут есть? А карта М. М, ребята. Да, вот она, карта. Предметы, файлы. Окей. Так. Так, сигареты. Зачем? Ну, война, понятное дело, что надо было. Но сигареты мы осуждаем, ребята, не курите. Так, чё я мышкой? Уже привычка. Давайте попробуем без мышки играть. Потому что он поворачивается, если мышкой. Опять сигареты взяли, да что такое? Ага, шахматы. Так. Какие-то вонючие портянки. И мундиры. Да. Так, состояние хорошее. Какая у нас сейчас миссия? Что нам нужно делать? Так, мы шли туда, правильно? А, подожди, мы же еще... Вот тут не было. Ага, я понял. Ну давай туда пойдем сходим, окей. Так. Прочесть записку. Так, полевое руководство. Так, заморозим. Ага. Так, лады. Опять сигареты? Да что ж такое, сколько их тут? Сколько тут сигарет уже? 8. Зачем они нужны?
Давай сюда. Тут закрыто. Так. Встретить Пьера Фортису. Вот, получилось. Теперь у нас миссия. Окей. А я хочу пройти туда. А что, нельзя? Ну ладно. Так, что у нас здесь? Ой, чувак, что с тобой? А, он отравился газом. Ёпта. Ты прикинь. Трупы. Так, ребята, игрушка, хоть и в таком сеттинге, 2D-шном, ну, как бы, от этого игра приятно не становится, в плане, я имею в виду, shift бегать. Так-то она классная. Окей. Гремят до взрыва, и все. Спрятаться, понял? А зачем? Так, пробел уклонения. Вау! Смотри, как прикольно сделали. Так, подожди, тут очень много интересного. Надо по... Надо ориентироваться по карте еще, не забывать. Потому что уже открывается новая зона. 5 сигарила. Колбасит чувака. Смотри. Так, мы не были в той... на той территории. Так, вот сюда. Так, вот сюда заглянем. Все, окей. Так, предметы кары фаунстрайка. Так, подожди, нам туда. Нам наверх. Или... Стоп. А, да, нам сюда, все правильно. Так, чувак. Это спас это рядовое. А, ну повторяет фразу, окей. Андрей, не спи, ты что? Война идет. Чувак. Так, просмотр карты. Ну, пока нас вводят в курс событий, как играть. Так, F говорить. Увидимся на передовой, братан. Зафиксировать, конечно, ты чё? 100%. Сохранимся. Да, окопы первая. Игра сохранена, молодцы. Ага, я понял, инвентарь. Так, вот бедолага здесь. Навеки. Ну, пошли так, чё? Мы сохранились, хорошо. Ой-ой-ой, гремит. Не, всё-таки я подключу геймпад, я думаю, будет... Ну, я имею в виду потом. Я думаю, будет это интересно. Ну что, у нас есть чем заняться ночью. Так, тут подобрать. Берем. Окопная лопата. Тап инвентарь.
Как-то перенести ее можно или что? Ага, все, лады. Прицел замах. Ты атака. Почему ничего не происходит? Я же жму. Так, давай уберем мышку. А что с управлением? Я же жму. Почему ничего не происходит? Еще раз настройки. Нет, тут же уже внутри. Да не хочет он би разбивать. Выбрать предмет. Окей. Так, осмотр отмена бегу перед заглавлением на этой карте. Так, подожди. Вот сейчас все должно получиться. Вот. Надо было просто назначить. Надо было назначить. Все. Лопух. Опять сигареты взяли? Замахивайся, о! Доступна контрольная точка. Окей. Подожди, мы сейчас сюда вернемся еще. Давай карту откроем. Лоды, лоды. Короче, нужно замахиваться. Тут повязка. Берем, конечно. Я думаю, она пригодится. Чувак раненый. Чувелла. Ах ты, говно! Он нас ударил! Тоби пизда. Как говорится. Ушел, кусок говна. Фриц вонючий. Умри, тварь. Умри, сучка. Есть. А как нам жизнь восполнить теперь? А, все. Чутко. Ну, пойдем так. А у него ничего нету, кстати. Ничего нельзя взять. Ничего нельзя взять.
проверить. Окей. Я добавлю лопатой. Хорош. А чё я эту бочку не ломает? Бочку. Во, надо прицелить, надо просто с размаха. Короче, закурится теперь. Так, это туда, окей. Давай поизучаем территорию. Вроде все тут, ребятушки. Вроде бы все. Пьер. Он без сознания. Какие-то это передовой. Так. Ага. Сиги. Ну что, вот такой вот новый, ребята. 2D экшен про Вторую мировую войну. Как вам? Играем? Конечно же, играем и проходим, потому что новинок мало выходит этим летом, но ждем август. Я думаю, там будет что-то интересное. Но пока что завершаем август. Завершаем, заговорился, июль. Я думаю, будут еще что-нибудь из новиночек в игровой инди-сектор. Ну, посмотрим. С вас лайки, подписки на канал, играть ревью в Яндекс.Зен. Помощь автору будем очень признательны. Играть обязательно. И welcome back.